Контора где? Ленинстрассе 3. Туда иди. Хреново встречаете. Работают все. А ты? А я вот музыку таразу. Направлен к нам бригадиром ремонтников. Это хорошо. Будешь моей правой рукой. Я свою-то в 43-м потерял. У тебя сколько паровозов? Один. ЭУшка. Саркисян еще наездами, но он не наш, Лежневский. Я ЭУшку возьму. Какой возьму? Ты же... О, списан с машинистов. Не дашь паровоз, дальше поеду. А дальше некуда. Теперь контингент, можно сказать, предатели Родины. О как! После немецких лагерей и всякого такого прочего. Что он там у фашистов делал? Может, бомбы для Москвы? Так что ты один такой здесь. Какой? Победитель. А ты? А я власть. Воспитываю вона. Их еще до победы из Германии в край везти стали. Для исправления. Охрану не держим. Тут, конечно, не лагерь, но тоже строго не побегаешь. Камиш, ты мне бумагу подписал? Чего? Бумагу подписал на дом майор для Пашки. Чего орешь-то? Не Фомич, а гражданин Колыванов. Надоели со своими подписями. Да не гони ты! Разойдись, бабы! Постой! А вот, дай. Ой. Смотри, наш приехал. Здрасте. Ну что, победитель, пойдешь ко мне правой рукой-то? Что ж ты сальник не набил, а? Машинист. Все, Степан, давай должность. Теперь я тут проверенный человек будет. Ну-ка. Держи. Откинь. Кто старший? Товарищ Сталин! А у нас старший немцам жопу лизал. Сука эстонская. Я сука литовская. Ветер в конторке, ну?
Фамилия? Буткус. А ты туда заглядывал? Ходовая ржадная. Буткус! Ну какой ты нахер мастер? Ich kenne diese Lok vom Anfang an. Und русский учи. Кончай работу. Шабаш, мужики. Эй, вот ты прокачаешь, догоняй. Остальное начальник. Что делает? Стоять! Кто у меня начальник? Стоять, сказал! Куда разогнались? Пошли! Ты падаешься. Палец смотри. Голова кружится. Сознание теряешь. Падаешь после приступа. Ни хрена не видишь. Я все вижу. Контузии были. Две. Самогоном пахнет. Дезинфекция. Самогон везде нужен. В госпитале от боли морфин давали. Еще захотел. Если бы Гитлер 21 июня тяпнул бы самогончику хорошенько, может, никакой войны бы и не было. Проснулся у себя в бункере весь в соплях, увидел рядом бабу и подумал, какая нахер война? Какие глупые евреи? Вот тебе морфин. Закуской. Красносельских. Головина. Головина где? А мы думали, она у тебя залежала. Ну, убежал твоя Головина. Бежала. Всю тайгу уже сбегала. Пойди. К медведю пошла. Кавалеров-то мало, Фомич. Ой, гражданин Колыванов. Дождешься. Дождетесь у меня все. Скоро Фишман приедет. Вот он вам устроит веселую жизнь. Ефремов, ты что спишь там? Да.
Ременко! Горлова! Вот. Просил, принес. Липшиц! Самогонка еще есть. Пол бутылки. Андреева! А че, пол? Андреева! Ну, мало-мало выпил. Чего? О, немецкая, однако. А нормального котелка нет? На Ленинстрассе самое лучшее. Усова! Красивая у тебя кастрюлька. Цветочек. Че смотришь? Свиданку назначаешь? Не знаю. Меня мамка может не пустить. Кормушку куда? Папа, что у вас там все? Вот Софья. Ну где же мама? Смешно, пойдем. Недавно мы тут не обустроились. А Пашка проснулся. Садись, проходи. Вот я его привязываю, чтобы не уполз куда не надо. Давай, просыпайся. Пашка-то вот говорить не хочет. Ходить научился. Кастрюльку-то ставь. Так, где тут у меня была? А вот, ой! Пашка болеет часто, вот фельдшер дал для растирания. У меня же в поселке-то у одной дитё. Поэтому вот коптёрку дали. Пашка, ты чего? Иди сюда. Вот любит кусаться-то. Лучше бы говорить научился. Садись. Тебя как зовут-то? Игнат. Красивое имя. А меня Софи. Так хозяева звали. Я в работе жила недалеко от Поздама. Я же не лагерная. Видишь, номера-то нет. Вот оттуда и Пашка. На. Ешь, ешь. Любовь у меня там была. Ну, выпьем. А ты-то чё? Тяжело было? Под немцем-то. Уходи. Как ты вообще все это терпишь? Сначала паровоз, теперь он Софью твою. Считаю, что струсил. Лежневский пройдет. Переводи стрелку. Ты че, по встречке?
По речке. Парочку, Саркисыч. Мои девушки так стараются. Я покормлю тебя. Ну, как вы, мои красавицы. Совсем помешался со своими курями. Помедленнее, не видишь, боится. Хотят. Куда им обогнать в Сент-Тропе? Ты правила знаешь, что по встречке нельзя? Знаешь? Говорят, ты все у Степана подбирал. Жаль, единственный был машинист, кроме меня. А еще говорят, припадка у тебя, что списанный, говорят. Говорят, что курдая. Саркисян! Свистну я твоих курей! Ух ты, гаденыш! Скотина! Спана! Я твою... И бабушку тоже! Вырота! Давай еще! Она с детдома! Яиц не видел! Хорош болтать! Давай подкидывай! А куда, дунча, куда-то? Сослонит! Ползи тоже! Арагачу! Добав, добав! Еще кидай! Куда еще вас? Вот платформа с трапами! Еще давай! Ничего не можешь сделать. Oh.
Ты понимаешь, что теперь тюрьма? Фишман приедет и тебя посадят. И за гонки, и за паровоз. Ты же фронтовик, опора. В стране, блядь, нехватка во всем. Голод, военное положение на транспорте, план. А чем мне предателей Родины кормить? Столько людей этот паровоз до ума доводил, а ты 60 километров по встречке дал. Давление превысил. Хорошо, хоть прыткой помощник не сварился. Давление не превышал. А чё же оно рвануло? Вредитель ты наш контуженный. 60 километров! 60! Без состава можно и 70. Что? Пробку ты крутанул? Может и я. Зачем паровоз-то ломать? Подошел бы сзади, да по темечку. Делов-то. Софья, тебе зачем? Трофей. Давай! Ну, давай, давай! Остынь, кочегар. Угля подкинь. На-ка, выпей. На работе не пью. Как хочешь. Вовка редко угощает. Все продаю. Самогонка. Вещи туда-сюда. Вяленая рыба. Не берут. Паровоза, однако. Паровоза дорого. Чё ты сказал? Совсем сказать забыл. Там мертвый человек живет на острове. Совсем-совсем мертвый. Он у меня ружье украл. Спички! Соль воровал! Соль воровал, у меня спички воровал. Ты его опять убей! Там мост мало-мало сломанный. Подтолкни. Ага. Ледоход был! Совсем сломанный! Мост сломанный! Лампу возьми. Наш, я твою там табачку в левый карман положила. Ага. О, сломанный там! Кастрюльку свою забыл. Орден шапки сними, паскудник. На паровоз менял, по тесному все. Thank you.
посылка. Живой. Где твой Игнат-то? Вольный человек. Уехал. Приедет. Это он тебе сказал, приедет? Ох, бабы, бабы. Ты это меня за дуру-то не держи. Жизнь какая-то да? У тебя бестолковая. Ну, подсоби. Немец Степан. Кто победитель, с тем и любовь. А что, больше нормальных мужиков-то нет? А кто это у нас? Нормальный мужик-то. А ты не гляди, что я без руки-то. Твой-то герой сбежал. От всех убег. Во как. Думает, ежели фронтовик, то ему все можно. Нет, шалишь. Ничего Фомич, тебе опять нельзя. Ты опять за свое, да? Нельзя. Вот погодь, погодь. Фишман приедет, он всю эту диверсию заберет. Это я тебе говорю. Я тебе за Игната Колыванова. Рук твою последнюю отрублю. Слезай! Сюда добрались. Свинья, вытащи меня отсюда. Здесь же опасно, идиот.
просушись. Сними! Да тряпьё свое сними! Контуженная. Дерьмо. Арбайтер! Арбайтер! Теперь подтапливаем. Живой? Густав, позвольте дать вам совет. Вам лучше быть инженером, а не певцом. Для меня большая честь быть вашим помощником, господин Ханеке. Ваш мост через Рейн просто великолепен. Эльза тоже хочет стать инженером. Хотя мне больше нравится, как она поет. А вам, Эльза, здесь точно будет скучно. Я буду помогать папе. А в честь приезда вашего отца даже улицу поселка переименовали в Ленинштрассе. Ты куда? Куда? Туда! Ёлки считать! Что случилось? Что он говорит? Пасать пошел. Пасать? Мы подождем. Пасать? Что он сказал? У него дела. Вы талант, Густав. Вы здесь неделя, а уже хорошо говорите по-русски. Помешать не дает! Скотина! Пусть-то! Гад! Саркисыч, беги! Беги, Саркисыч! Трогай! Трогай, тебе говорю! Рычаг снят! Трогай! Трогай!
тебе говорю! Пасан? Не усне. Густав? Густав, мне тут скучно не будет. Туда плыви! Веревку закрепишь! Давай, давай, ползи! Давай! Arbeiten! Сними вещи и просушись. Deine Sachen ausziehen und trocknen. Du sollst anzufangen. С ним лучше не связываться. Schweinehund. Свинья. Kommt hierher und breitet sich hier aus. Пришел сюда, выделывается, ведет себя как дома. Тут так много людей, не протолкнешься. Это тайга, а не базарная площадь. Но может он нас отсюда вытащит? Болван. Ты что, меня не слышишь? Отпусти бревно, здесь много деревьев. Нормально? Thank you.
ниже бери. Du musst es weiter unten anbringen. Ниже прибивай. Nein, noch tiefer. Еще ниже. Du solltest tiefer nehmen. Da unten. Туда, вниз, еще ниже. Noch tiefer, richtig unten. Правильно, прямо вниз, туда. Старалась. Паш, давай. Одну ложечку съешь, а? А это ты, Степан? Давай. Паш, давай. Стёп, дай-ка кипяточку. Паш, ты чего? Ну чего ты капризничаешь? Давай, мой хороший. Одну ложечку, ты не ел ничего. Пашка, ну-ка давай лопай. Ну-ка. А то не покатаемся. Слышишь? С тобой. Ну давай одну. Ну, пожалуйста. Так, может, пожалуйста. Я... Останусь. Ты что, Степ, у меня же мужик есть. Давай, одну. Ну, Паш, ну пожалуйста. Я у тебя тоже вроде был. Ну, был. Был да сплыл. На. Пей. Так, пей еще. Ну и чем он лучше? В нем чертей больше. Назад. Чувак! Тихо, так то свалимся. Kannst du jetzt nicht losfahren? Es ist noch viel zu früh. Ты не можешь сейчас ехать. Der Gustav kann um die Brücke halt das Gustav не переехать через этот мост, еще слишком рано. Слушай, если Густав упадет в воду, тогда все кончено. Эй, ты! Останься! Давай, Густав, ты сможешь.
Шагай. Последнее все. Спасибо. Разве немки такие бывают? Завтра сведу Колыванову, пусть разбирается. Нет картошки. Найн. Это же наша кастрюлька. Картошка? Ты куда? Да ты не хозяйничай тут. Это все равно наша кастрюлька. Ах ты маленький крысёныш. Если ты не прекратишь меня кусать, придет большой медведь, проглотит тебя и не подавится. Бабы! Бабы! Смеется! Смотри, смеется! Да бабы! Скоро Пашка по-немецки заговорит. Да. У большого медведя огромные зубы, огромные лапы. Он придет за тобой из леса и проглотит тебя. И что теперь с ней? Вот мой ее, я с одежкой подсоблю. И что? Че? Помоги! Всяку дичь в край тащишь. Она по-русски-то понимает. Ты по-русски понимаешь? По-русски, Ферштейн? Ни хрена она не понимает. Куды? Дай сюда. Это Густава портфель. Нихт. Густав! Отдай, он не твой. Куды ты? Нихт. Найн. Дигат Густав. Irgendwann kriege ich diese Tasche. Я его все равно заберу. Вкусный мед был. Может, ее в детдом какой сдать? Какой детдом? Ей по лет 20. Смотри, головой за нее отвечаешь. Ей одежей помогаешь, а она мои меды бьет. Ничего, ничего. Скоро Фишман-то приедет. Он вас всех по детдомам рассадит. Он вас научит, Ферштейн. Что с тобой? Ну и что ты там с ней делал? Паровоз через речку тянул. Ее оттянул, а не паровоз. Вот что. А ты дура? Что там тянуть-то? Слышь, иди-ка в бараке посиди. Пошла. Век. Ты старший. Есть. Не виноваты. Это ледокоп. Снес мост. Силы природы меня могли... Густав! Мы силы природы накажем. Держать строй! Это 41.
Я сказал, отправляй, давай! Ковалев! Иди в теплушку! Ко мне в состав! Давай, давай, пошел! Освобождай путь! Бегите! Стоять, гады! Эльза, беги! Стой, стрелять буду! Эльза! Девчонка где? Собаку пускай! Чумазы! Как много людей. Подкинуть надо. Почему они все меня так ненавидят? Не держит, не тянет совсем. Посмотреть надо. Слишком долго стоял. А че там смотреть? Машина дрянь. И 50 не потянет. Ну да. Если пробки не крутить, то и больше пойдет. А мне некогда чинить. Собрание сегодня. К зиме готовиться будем. Ну какое нахрен собрание? А? Посмотри, дядь Томас. Дело-то важное. Повода дых из кишлан. За что он тебя ударил? Из Гибрюнде. Ей за что? Закни. Скажи ему. Их комбиных мер. Я не подойду к паровозу, пока его не почистят. Из Заубрест. Как тебя зовут? Эльза! Газда де ганцен крикен! Тайга гелепт! Ты что, всю войну прожила в тайге? Фасерпик. Какую войну? Ah!
раз вперед. Nein, zurück. Назад и еще раз вперед. Перекройся нахрен! Колонку! Все сожрали. Ты его забыл. А я про тебя все знаю. Сойка. Пьяница. Скоро вам всем счастье будет. И тебе счастье будет. Но за очень дорого. Слышь, мой. Давай на него твою псину натравим. Пусть она ему яйца отгрызет. Ты сам грызи. Карлуш не лагерная шапка, как некоторые. Ну кто хочет выпить за мой паровоз? Да пошел ты. На всех не хватит. С немка своей пей. Давай, Степ, так ему. А, машинист. Пора разобраться, кто из нас быстрее. Машинист. И угроды. И у Рейхстага я тебя что-то не видал. Сука. Трогай. Стой! Ты упадешь. Еще один пьяница. Отпусти меня. Давили вас, давили. 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 Они пить не захотели со мной. Обидно, когда свои не пьют. Они же свои, не вчера. Хер с ним не герой, но свои. А, до войны у меня все было. Цветы, бабы. Лучший в мире паровоз. Иосиф Сталин. Я на нем 163 километра как дал. Давление, правда, превысил. Сталин с рельсы сошел. А у меня вот дырка в башке. Инвалид. 3 дня с врачом пил, чтобы на фронт взяли. Надо было притопить тебя на острове. Эй! Люди, но не лахан сын. Я никогда не видела, как ты улыбаешься. Это steht dir besser. Так лучше. Уже их язык-то. А ну-ка покажи папки. А ну-ка папки покажи, как ты. Да ты ешь, ешь, суп-то вкусный. А ты чего домой-то не пришел? Работы много. До войны-то, небось, тоже все работало.
Как тебя жена только терпела? Некогда было жениться. Да тебе все вечно некогда. Ну все. Ты немки-то свои, хлеба возьми. Гнаш, люди-то издеваются. Говорят, со зверьком жить стал. А ты слушай больше. Держи мечи, а то Густав твой развалится. Не так, дальше кидай. Дальше. Да не так, дай покажу. Вот так. Берешь и туда. Там лежит дерево. Здорово. Мне железо нужно. Листовое. Достанешь? Железо очень дорого. Медаль здесь. Подешевле. Ну что, думал, не пойму, кто в меня стрелял. Ружье-то у тебя одного в порядке. Кто еще был? Матильда был. Борька был. Головина был. Бочаров был. Еще были. Фельдшер напился, опоздал. Вовка мертвого человека стрелял. Мертвый. Он... никак не дырявится. Не может девочка 4 года жить паровоза. Ты сердце ее послушай. У живого человека сердце стучать должно. Дурак ты, Вовка. Я мертвых видел. Сесть! Встать! Сесть! Встать! Работаем, Головина! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Встать, Бочаров! Сесть! Встать! 73! 74! 75! Веселейте, Терек! Ну, чё ты присел? Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Вы меня ещё не разозлили.
Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сидеть! Ну, понял, отдыхай. Карлуша! Карлуша! Мальчик мой! Карлуша! Совсем серьезно. Карлуша! Фельдшер мазь дал. На медвежьем сале. Терпи. Вот так. Хорошо, что камнем, а не пулей. Перед солдатом. Ты как солдат на плакате. Лежи смирно. Вот так. Вот так. Вот так. 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 Ну-ка. Стучит. Кэсвич, поцелуй меня. Кэсвич. Чё-то? Полуношник хренов. Выспалась, называется. Ну, что делает, а? Вот суки! Нехорошо, Вовка. Воровать нехорошо. Что за херня? Что, и ночью командовать охота? Не лезь! Плохо, нехорошо воровать. Нехорошо. Ну, ты посмотри, что делает, а? Но мы разберемся! Разберемся! Разберетесь! Сука. Что ты за мужик такой? А? Бабу твою приседают, крышу посреди ночи свистнули, он разберется, разберется. Ты куда? Туда! Ну и катись! Сам катись! Сволочи! Вот сволочи! Чего? Разберемся. Ты что, не понимаешь, что ты с Непкой с этой супротив всех прешь? Да не толпи! Не зыркай так! Зачем крышу снял? Ну-ка, давай! Забирай листы! Крышу снял, эх ты! Вторую руку не жалко? Яйца не почешешь. Людям хлеб нужен, а не на рожу твою упертую глядеть. Ясно? Ты Густава, портфель. Да, портфель! Завтра же отвезешь ее на узловую станцию и сдашь под расписку. Это приказ. Уезжай от этого. По-хорошему, уезжай. Когда за железо заплатишь? Что, другого железа не было? В тайге леса много, а железа мало. Хорошая. Платье и туфли достань.
Так. По факту порчи народного добра, укрывательство немки. Москва. Москва. Товарищу Сталину. Сволота. Ни хрена не получается, товарищ Сталин. Веломашину водить научился. Баб ласкать научился. Могу людьми руководить. Написать левой рукой не могу, товарищ Сталин. Бежать тебе надо. Голованов не отступит. Фишману сдаст. Понимаешь, Немчура? Иди сюда. Держи. Откуда это здесь? Nicht sprechen. Warum nicht? С людьми не разговаривай. За нему и сойдешь. А у нас убогих не обижают. Держи. Это мое платье. Я тебе говорю, nicht sprechen. Das ist mein Kleid. Это мое платье. Wo hast du es gefunden? Где ты его взял? Да не шпрехай ты. Verstehen? Dann zieh es an. Я надену его. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schlager vor. Vorwärts die Rasse klar. Ни хрена не поняла. Гнаша! Смотри, какая я. Контуженная. Уезжаешь? Мне здесь хорошо. Кастрюльку-то забери. Влюбился. Это у тебя с немцем любовь была. Бойся.
До Иркутска доедем. Паспорта сделаем. У меня адресок есть. Ты знаешь, Степ, а я ведь детей иметь не могу. Мне 16 было. Свинарник для своего детдома строили. Зима, холодно, операция была, застудилась. А свиней так и не привезли. А Пашка? Пашка? Пашка трофей. Пашка цел? Цел! Вроде цел. Спит, не проснулся даже. Сама-то как? Да ничего, плечом приложилась. Что, живой? Нет. Убил все-таки. Значит, на свет вышел. Вон дырок-то в башке сколько. Вечный. Уже не вечный. Нашим его неделю жрать. Ты что? Жилкин сказал, его трогать нельзя. А то рухнет все. Зачем тебе уезжать? Зачем? Тебя арестуют и в лагерь, и Пашку отберут. А Игнат, может, вернется. Немка против тебя не баба. Пусти. Как я и без тебя? Кингачи, никого из вас не съел. Борь, а? Помоги, что ли? Кингачи есть нельзя. Ой. Он отомстит. Ваш медведь. Капут будет. А чего ешь-то? Что ж ты его жрешь? Вкусно. А, ну дай-ка сюда. Дай. Готово! Готово. Ты сюда ко мне прицепился! Алонь, жрачки до хера! Сами обязательно, а? Давай, давай, вот же давай, не задержи! Был медведь! Вкусный! Давай. Я с фронта не ел! Да давай наливай! Ой, не облезай! Давай! Пусть-то давай, Мясо! Мясо! Мясо, давай! Ты куда, мясо? А? Сапуска! Говорили, вечный медведь! Ты чё там? Густав! Ich schreib Густав, ich hab sie so genannt. Я пишу Густав, я его так назвала. Ты чё, сдурела? Что ты делаешь? Я тебе дам Густав. Густав. Вот дура. Еще бы фашистский крест нарисовала.
что? На, прикури! Назад сдай! Машинист. Давным-давно я видела тебя во сне. Это было еще в лесу в Густаве. Ты был белобрысый с голубыми глазами. Du warst, das weiß ich das. Но это был ты, теперь я точно знаю. Und du hast gelächelt, wie der Soldat auf dem Plakat. И ты улыбался, как солдат на плакате. Mein lieber. Любимый. Стучит. Наша.
Ордена машинисту верни. Откуда знаешь? Я все знаю. Зачем про немку скрывал? Она у тебя 4 года под носом вертелась. Я сам хотел ее убить. Но немка юркий, и машинист ее защищал. Я думал, утопла она. Налей. Утопла. А про немца почему молчал? Какого немца? Херово встречаете. Колыванов! Херово встречаете, сволота. Ну что, родину всю пропили или только до Урала? Паровозы ломаете, немцев плодите, вредители. Вас не карают. Товарищ Сталин жалеет вас, прячет от справедливого народного гнева, чтобы народ вас, гадов, на куски не разорвал. А гнев этот ни границ, ни срока давности не имеет. Он добрый товарищ Сталин. У него сердце за всех болит, даже за вас, врагов народа. А я не добрый. Только Фишман для вас страх. Фишман приедет, а не приедет, куда вы денетесь? Свободу почуяли? А может, кто не верит, думает, что его по ошибке здесь держат? На вольном-то поселении, а лагерь недалеко. Ну, кто пайку захотел? 2 шага вперед, стоять! Стоять! Держать строй! Поехал чистить, товарищ майор. Вагон отцеплять! Сбивай замок! Колыванов, уводи народ! Ну, по баракам! Открывайте пушку! Распустил ты их, Колыванов! Расходимся! Сашка! Расходимся. Ну, сынок, давай, открывай! Кирку давай! Сашка! Отошли от тебя пушки! Пашка, сынок, не бойся! Открывай давай! Куда? Стоять! Правый, давай! Стой. Назад! Убери пистолет, майор! Назад, я сказал! Теплушку захотела. Отсюда, а? Пашка! Ты куда лезешь? Я сейчас! Замок не дрожь! Ты куда, сука? Пашка! Дура! Ну? Кто еще хочет за фашистенка заступиться? Трогай, Саркисян. Женщину зачем? Подстилку немецкую. Куда? Сам езжай. Господи.
заеду. Сейчас, сейчас. Потерпи. Фельдшер уже близко. Меня еще никто на руках не носил. Сейчас, сейчас. Сейчас, потерпи. Сейчас, сейчас. Забрали, чего? Зачем написал? Родственник! А Густав твой хоть и красным стал, 50 не сделает! Против Фишмана ему не потянуть! Никому не потянуть! Я в железе понимаю! Батя 40 лет паровозы гонял! Ехал бы ты отсюда куда подальше! А дальше некуда!
Ну все, разозлил ты меня, сержант. Ну все, до суда не доживешь. Выходи! Выходи, сука! Видал? Семьдесят пять. Ровно. А ты говорил, 50 не сделает. Рекорд. Освобождал! Он всю войну до самого Берлина! Два ранения! Все кишки в осколках! Ты что орешь? Ты кто? Я? Колыванов я. Очухался. Голова кружится. Сознание теряешь? Контузии были? Были. Теперь на одну больше. А что тут случилось? А что помнишь? Колыванов, мне ехать надо. У меня дочка Настюха болеет. Мне ехать надо! Вали давай. Катись. Тише отсюда. Еще один инвалид. Руль ровнее. Крути давай! Крути педали, пока не дали! Серова встречаете! Давай, майор, давай! Крути, крути педали! Дочка, наверное, торопится. Погибла она. В 43-м похоронку получил. Совсем девчонкой была. Давай, крути! Первым идет! По Сибири больше года. Только в Ташете человека нашли. Он нам документы справил. Игнат в депо устроился мастером. Я ему троих родила. Мальчика и двух девочек. Пашка у нас в хоре поет, а я с ним пою только дома. На людях мне говорить и петь нельзя. Игнат всем сказал, что я не моя. А у нас убогих не обижают. Ты мой, возьми меня с собой.
краю далеком буду тебе чужой. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, чужая ты мне не нужна. Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далеком, буду тебе женой. Там, в краю далеком, буду тебе женой.